Есть окно на границе? Слушай, Холтова, хотелось бы, но нету. Так просто лыжню проложили так туда-сюда. Ни освещения, ничего. По старой шлаге еле прошла, чуть ли не заблудилась. Как собираемся Олимпиаду участвовать? Сдавай, сдавай. Угу. А, освежите меня с вашими людьми в Англии и Швейцарии. Холтов, ты перегрелась, что ли? Как я тебя свяжу, если они в Англии, а ты в Швейцарии? К стулу я тебя могу привязать, а связать вместе никак. Ну ладно. А сделайте мне тогда американскую визу. Холтов, что не могу, то не могу. Эти америкашки совсем обнаглели. Никому визу не дают. Прописка в Москве хочешь, сделаю тебе. Техосмотр, растаможка, от армии откосить. О. Пожалуйста, все что угодно, визу не могу. Даже кобзоны то не дали. Да, я просто хочу выйти из игры. Как это выйти из игры? Что ты хочешь сделать, повтори меня, дружка? Я хочу выйти из игры. Ой-ой-ой. Думает, поможет. Я все равно уже бью тебя. Он выбрал медленную смерть. Группенфюрер! Группенфюрер! Что случилось, Шольц? Штирлиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Да, вот этот человек разгружал чемоданы и забрал с собой 3 штуки. Я ему разрешил. А что, нельзя было разве? Да нет, дружище, вы все сделали правильно. Скажите, Штирлиц. Вы не скажете, как пройти библиотеку? Вы ошиблись. Да, я ошибся.